В Китае назвали причину задержания экс-главы Интерпола. Китайские власти подозревают Мэн Хунвэя в неоднократных нарушениях закона, включая взяточничество. Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием по делу о коррупции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти Китая в понедельник, 8 октября. Отмечается, что Хунвэя подозревают в целой серии преступлений, в том числе во взяточничестве. Мэн Хунвэй получал взятки, и его подозревают в нарушении законодательства, говорится в заявлении Министерства национальной безопасности КНР. В свою очередь Skynews сообщает, что незадолго до исчезновения экс-глава Интерпола отправил жене сообщение с изображением ножа. Женщина пояснила, что, по ее мнению, Мэн Хунвэй пытался дать ей понять, что он находится в опасности. Напомним, 5 октября стало известно о пропаже президента Интерпола. Его жена, которая проживает во Франции, сообщила полиции, что в конце сентября Хунвэй отправился в Китай и с тех пор не выходил на связь. Позже китайские СМИ сообщили, что главу Интерпола задержали сразу после того, как его самолет приземлился в Китае, и теперь он находится под следствием. Накануне Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола, исполняющим обязанности руководителя организации стал старший вице-президент Ким Чон Ян. В ноябре будет избран новый президент Интерпола. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamCorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.